За последние несколько дней желающих провакцинироваться стало больше. Только за одну неделю прививку получили около 30 тысяч павлодарцев. Ежедневно в областном центре вакцинацию проходит порядка 500 человек. Получи прививку, выиграй приз. Такую акцию запустили местные бизнесмены. В Казахстане распространены 4 вида вакцины. Это Хаятвакс, Коронавак, Казвак и Спутник Ви. Однако в регионе из-за большого спроса уже закончилась арабская вакцина Хаятвак. После вакцинации жители обращаются в больницы и поликлиники с вопросом о получении прививочных паспортов. После того, как они прививаются, мы им объясняем о том, что они могут через ЭПГО получить паспорт, сертификат на 3 языках, или же подойти к участковому врачу и получить справочку за подписью нашей организации о том, что они вакцинированы. Они многие говорят, вот мы получили первую, вы же не даете нам справку, мы даем после второй справки. Мы им объясняем, что у вас пришла смс-ка, вы эту смс-ку можете показать своим работодателям. В нашем регионе первый компонент вакцины получили 194 180 человек, второй – около 90 тысяч. По наблюдениям специалистов, в праздничные дни число вакцинированных возросло в 4 раза. Как правило, основная масса желающих вакцинироваться – это здоровые люди. Врачи проводят контрольные консультации с каждым в индивидуальном порядке, перед тем, как направить человека в прививочный кабинет. Если он состоит где-то на учете у онколога или у пульмонолога, мы говорим про консультацию, пожалуйста, узких специалистов, только после этого приходите к нам, потому что без вашего лечащего врача мы не можем вам дать допуск. Мы объясняем им, потому что врачебный осмотр обязателен. Обязательно сатурацию мерим, температуру мерим, обязательно давление мерим. И спрашиваем, есть ли какие-то аллергические реакции, были ли перенесенные. И после этого только дается допуск и идет в прививочный кабинет. Предприниматели областного центра поддержали вакцинацию и предложили денежные призы для населения. У тех, кто сделал прививку, появился шанс выиграть солидное вознаграждение. Данную акцию с 4 июня по 11 июля будет проводиться также розыгрыш среди вакцинированных граждан. На этот раз предприниматели уже увеличили количество победителей. Это будет 1 миллион тенге и 500 тысяч тенге, соответственно, 2 победителя. В розыгрыше могут участвовать все жители города, вакцинированные в местных поликлиниках и больницах и также в торгово-развлекательном центре «Батырмол». На данный момент по городу размещены 7 ящиков в 7 пунктах города. Во всех пунктах дежурят волонтеры, помогают гражданам правильно заполнить купоны и положить их в ящик. Также волонтеры на момент розыгрыша мы находимся на месте, чтобы убедиться в том, что все проходит правдоподобно и все проходит честно. И честно определили победителя. По подсчетам на сегодняшний день уже заполнено около 4000 купонов для участия в розыгрыше. Гаухара Кубасова, Мольдер Бультекова, Даулет Кошкербаев, Эртес Ахпарат.